Bah oui. Oh là là, il casse les couilles. Il casse les couilles, il casse les couilles. Это и спорт. На сегодня Захаров радио «Время спорта». «Время спорта» на «Авторадио». At this moment that Emily knew she fucked up. Standardowa sytuacja na drodze. To jeszcze raz jest standardowa sytuacja. Właśnie dlatego są te lusterka bardzo ważne. Nawet przy zjeździe z rondu. Nakaz w prawo. Да, друг, пиздец. Это он сейчас вмятину такую сделал? Сам? Да, он с ноги три раза дверь уже пнул. Да, давай в стекло. Сука. Ну нахуй. И проверяй же, блядь. Блядь, че не открывается-то нахуй?
Ёбаный рот, блядь! Ни хрена. Жесть, ты что делаешь-то, дурак, блядь? Зачем? Ебать. Ебануться. Прикинь, сейчас ручку оторвёт. Это что еще такое? Это таксист. Да пофиг, он все равно пьяный будет. Да он не видит. Но... Да поехали. Жесть вообще. Это же самое, что я не могу в это сунуть. Пусти! Не пущу! Давай, 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 давай. Ёбаный в рот. Охуеть, удивила. Вот знаете, на самом деле я сейчас понимаю то, что благодаря... Не всех дурных война убила, блядь. О, да. Даже скинь кто-то видео. Еще больше никогда эту дверь не откроют. Давайте мы ментов вызовем, ребят. Я бы так свою машину не ударила. Да не. Да ты не попадешь в нее. Офигеть, он просто ее всю раздолбал. Стрим еще ручку вырвет, да, нахрен. Курва. Посмотрите, ребенок заголовит. Ну, а тут не нет. Игрушка, мини-поп, слегка ободранный хитронер. Ауто едет! Travailler, c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.